кровати прямо на берегу моря. Ложись и спи, как говорится, романтика. Ух. Супер просто. Вон они горы над уровнем моря. Восьми, да? Что, она в койку полезла, вот смотри. Да, они все сидят там. В койках, да? Ноги, да, на койках. Мне кажется, это знаешь, что ты захотел. Взял, короче, снял вот это. Делай, что хочешь. Не, да, в койку. В течение дня, мне кажется. Да. Только она без крыши, нет? Крыши. Крыши? Да. Туда и пройдемся. А кепка что, где? Даже турнозал есть, смотри. Вообще все условия. Сентябрь месяц, что на дворе. И вон какая теплынь. 30, сколько? Ну да, за 30 градусов. Как в Турции, да? Вот. Пожалуйста. Мы так и сделаем сейчас. Я сверху поснимаю. Нет, это не будет. Вот они. Красавцы стоят, ананасы мои. Так прикольно, слушай, там весь вид будет виден, да?
Если тебе кепку не будешь клевать, могу я взять. Бомба. Такое обозрение. Ух. Супер. Красота тут. Кто не видел, посмотрите. Может, у кого появится желание съездить сюда. Вот такая вот панорама тут. Отражение солнца, да, вон? Ага, 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 смотри, красота. Туда уже не пойдем, да? Там закрыты ворота для себя, но не нужно. Пока опять через вышку и сюда. Лодка рассекает, ух. Гоняют на лодке, да, по морю. Туристы отдыхают, короче. Вид сверху, в общем.
Ну вот примерно так. Кому интересно, пожалуйста, посматривайте. Все для вас.